Пион древовидный, снежная пагода, цветки белые, корончатой формы, 16 см в диаметре. Куст сильнорослый, высота 120-150 см. Морозоустойчивый кустарник, достигающий высоты до 2 метров. С крупными ярко-зелеными листьями. На одном кусте может быть от 30 до 70 цветков. Диаметр каждого от 20 до 25 см. Продолжительность цветения 12-14 дней. Растения декоративные после цветения из-за необычной формы листьев. Пион неприхотлив, устойчив к болезням. На одном месте без пересадки может расти более 20 лет. Пион древовидный, снежная пагода – это многолетнее растение. Пион прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.